Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про снегопад подарков. Это событие уже анонсировалось, но неизвестно было, когда оно начнется, что это такое. И вот, наконец-то, оно началось. С сегодняшнего дня, с 12 декабря по 9 января, это чудо-юдо будет происходить. Каждый день будет доступна задачка. Пока что они простенькие, не знаю, будет ли дальше сложнее или нет. И наградки тоже простенькие. По сути, это просто дополнительное ежедневное задание. Выполняешь мини-задание, получаешь мини-наградку. Все. Это и весь снегопад подарков. Некоторые там дни в этом календаре снегопада подарков, они подсвечиваются, что-то там возможно будет. Это похоже на календарь, который был в прошлые года. Если зайти на сайт, то снегопад подарков выглядит как маршрут, построенный из прямой дороги. И каждый день тебе нужно выполнять ежедневные задания. Есть люди, которые жалуются, что типа награды неинтересные, я с ними согласен. Основная аудитория мира танков — это люди, которые играют 8, 9, 10 лет, им ничего здесь интересного пока что нет. Будет ли дальше интересное, посмотрим. Я буду следить за этим дурацким снегопадом подарков, если что-то будет интересное, обязательно на это посмотрим. Новый год какой-то в картохе пока что скучноватый, ничего интересного не происходит, елки все нарядились, там эти ангары довольно-таки быстро, и просто каждый день заходишь, собираешь эти ресурсы, которые меняешь на жетончик, кидаешь его в автомат, получаешь ничего, и так каждый день. В принципе, это все, что происходит у меня в картошке на Новый год. Пооткрывал коробки, получил все танки 8 уровня и 9. Немножко на них поигрался, в целом они уже очень быстро надоели. Кто-то из них токсичный, кто-то из них обычный, кто-то необычный, но в целом с этими БЗ на 8 левеле играть сейчас желание около нуля. Поэтому, как обычно, новогодние танки надоели практически сразу. Как и весь картошкин Новый год, он какой-то скучноватый. Да, есть какие-то наградки там, вот этот снегопад подарков, теперь еще какие-то наградки, но в общем и целом они неинтересны. Может быть, для новичков, для пустых аккаунтов, для новых, там, кто не донатит в игру, для них хоть что-то, но новичков в игре очень мало, поэтому для кого это делается? Для очень маленького количества людей. У меня, в принципе, претензий к подаркам никакой нет. У меня вообще все равно, какие там подарки будут. У меня претензия следующая. Оно неинтересно. Абсолютно вообще. Это новогоднее событие, которое, возможно, должно принести какой-то интерес, завлечь игроков. В нем должен быть какой-то прикол, интерактив и так далее. В нем нет ничего. Это прямая дорожка из ежедневных дополнительных заданий. Такие ежедневные задания мы получаем каждый день и так. И без этого снегопада подарков. Поэтому в этом нет ничего интересного, сразу же в первый день оно уже неинтересно. А оно будет длиться до 9 января. То есть оно будет еще очень долго. То есть снегопад подарков я буду наблюдать еще довольно-таки долго. Но он мне не интересен уже прямо сейчас. Да, может быть, там что-то в какой-то день будет интересное. Но оно само по себе настанет и будет, либо не будет. И мне с этим никак взаимодействовать особо не надо. Эти примитивные ежедневные задания я и так каждый день практически с первого боя выполняю. Уже много лет. Поэтому это скукотища. Почему-то в некоторых других играх сделано намного интереснее. Оно завлекает, дает тебе какую-то возможность поставить себе цель в игре, чего-то там добиться, что-то получить. Вот, допустим, катакомбы в Доте 2. Там нету прямого маршрута. Там тоже для того, чтобы проходить это, нужно выполнять задания. Там можно пользоваться скиллами, чтобы пройти какую-то точку, чтобы какую-то точку перепрыгнуть, или уничтожить, или пройти задание, пройти героя и так далее. И ты сам выбираешь маршрут, куда ты идешь, и по мере того, как ты проходишь эти катакомбы, ты собираешь еще там какие-то скиллы, наградки, и в итоге ты приходишь в конце к большой награде. Это реально интересно. И что мы видим в мире танков? Прямая дорога, туннель, прям как карты в игре, коридорные. Не дай бог танкист потеряется, заблудится, но это супер неинтересно. Ты просто каждый день будешь выполнять ежедневные задания, которые ты и так выполнял годами эти ежедневные задания. Абсолютно неинтересно. Такое ощущение, как будто бы это для маленьких деток сделано. Хотя аудитория у картошки 30+, мужицкие мужики в основном играют. И вы представьте лицо мужицкого мужика, который сидит вот это вот, ежедневные задачки делает,
и где у тебя маршрут просто прямая дорога, канава. И он в эти канавы и так 10 лет играл в картошкиных картах. Честно скажу, вообще неинтересно. Может быть для детей, может быть для аккаунтов без доната, для новичков. Что-то там, хоть какой-то мизер будет прикольный. Но для 90% игроков, я думаю, это скорее всего будет вообще ни о чем. Дай бог, если хоть в какой-то день что-то будет интересное. Но в целом, даже если в какой-то день что-то будет интересное, оно примитивное, неинтересное, бездарное, пресное, и это не для основной аудитории, не для старых игроков, оно не завлекает, оно не интерактивное, оно просто глупое и тупое. На сами награды мне вообще пофиг, хоть один день прямо там дадут, хоть 10, мне вообще все равно, оно неинтересное. Ты заходишь в игру, чтобы получить какой-то кайф, чтобы поиграть, отдохнуть, отвлечься там, погрузиться в какую-то атмосферу и так далее. Ты заходишь в вот этот вот снегопад подарков, а в нем ничего не надо ни делать, ни присутствовать. Ты зашел, клацнул в один день и вышел, все. 0 секунд у тебя это заняло, альты в 4, все, тебе ничего не надо. Вообще не интересно. Ни атмосферы, ни ничего абсолютно, оно просто голое. Я вообще не понимаю, зачем оно надо. Даже календарь ежедневный в прошлых годах, он хоть и был тоже глупенький, но ты ждал, что каждый день что-то будет. У тебя прям в ангаре что-то где-то появлялось. У тебя был прям какой-то календарь, оно примерно то же самое. Но просто ты не видел весь этот маршрут глупый, прямой, и тебе хотя бы не казалось, что оно такое тупое. И каждый день что-то жирное появлялось. А здесь ты видишь сразу весь маршрут до конца, понимаешь, насколько он тупорылый. Видишь первую же наградку в виде трех резервиков и следующую в виде одного дня према, и оно уже неинтересно, потому что ты увидел всю дорогу, и начало этой дороги просто нищее. Честно говоря, я ждал, ну, этот снегопад подарков, но по сути это не снегопад, это так. Одна снежинка какая-то раз в день падает. Я не вижу тут никакого снегопада. Видимо, разработчики не видели вообще снега в своей жизни, поскольку название вообще не подходит. У них оформлен каждый день в виде снежинки. Тут этих снежинок всего ничего. Из них даже снежок не слепишь. Это не снегопад, это просто туфта. Не знаю, у меня никакого новогоднего настроения и никакого интереса это не вызвало вообще. Может быть, я не прав, можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Нет смысла писать, что я недоволен наградами, потому что мне на них все равно. Я недоволен тем, что оно неинтересно. Это очень продолжительное событие, длится много дней, и в первый же день оно уже не вызывает ничего. Пишите, какие у вас ощущения от этого снегопада подарков. С вами был Варчик, карать красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.